3 сентября отмечается день окончания Второй мировой войны в 1945 году. В честь этого во Дворце культуры прошел праздничный концерт. Более подробно смотрите далее. Войны той больше нет, и пушек гром умолк, что прожито не выразить словам. День Победы над Японией был учрежден на следующий день после капитуляции Японии. Но долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался. Теперь историческая справедливость восстановлена. Памятная дата установлена федеральным законом. Наши прадеды воевали за нашу независимость, за наше будущее. Подвиг этих героев, несмотря на все их трудности, он просто неоценим. И мы этим подвигом гордимся и будем гордиться всегда. В честь 77-летия со дня окончания Второй мировой войны прошел праздничный концерт, на котором с поздравительными номерами выступили коллективы Амурска. А заместитель главы Амурского района по социальным вопросам и глава города наградили тех, кто принимает активное участие в жизни района и города. Глава Амурского муниципального района Павел Михайлович Боровлев благодарит за помощь в подготовке и реализации праздничных мероприятий. Марину Викторовну Берестовую, ведущего методиста Центра передвижного обслуживания населения Муниципальной центральной библиотеки имени Константина Выборова. Наградить благодарственным письмом администрации городского поселения город Амурск Геннадия Викторовича Зубехина, председателя Амурского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Концерт прошел на одном дыхании. Артисты через свои выступления выразили благодарность за победу всем причастным. Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их сто крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем, стоя все, забывшись над травой, они ушли там, где свет прячет за замглой. Верните память, верните сами. Все прониклись в то время, вспомнили, кого с нами уже нет, и сказали спасибо. Почтили минуты молчания всех тех, кто не вернулся с той страшной войны. Однажды мы вас потревожим во сне. Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как пахнут цветы, как шумят тополя, шумят тополя. Мы и землю, мы и землю забыли. Какой она стала? Какой она стала земля? Как там птицы, как там птицы поют на земле без нас? Земле без нас. Как черешни? Как черешни цветут на земле без нас? Нас. Как светлеет река, как светлеет река, летят облака над нами, без нас. Без нас. Мы забыли траву, мы забыли деревья давно. Нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Никогда не разбудит оркестра печальная медь. Только самое страшное. Страшнее, чем смерть. Знать, что птицы поют на земле без нас. Что черешни цветут на земле без нас. Ирина Арабинская, Юрий Щетина, телеканал Амурск.